Выпускники интернатов на Камчатке сами теперь смогут выбрать район, где им дадут жилье. Депутаты краевого парламента на сессии приняли соответствующие поправки в региональный закон о социальной поддержке детей-сирот. Как пояснил председатель Заксобрания Камчатки Валерий Раенко, когда ребята еще в интернате встают в очередь на квартиру, у них появляется право указать в заявлении муниципалитет в Камчатском крае, на территории которого предпочтительно предоставление жилья. Раенко напомнил, что весенние поправки в федеральный закон дали возможность детям-сиротам становиться в списке на получение жилья и в других регионах.